Движение по национальной автомагистрали Шринагар-Джамму, соединяющее Индию и Пакистан, было остановлено после камнепада в районе Пантьял в Рамбане. Железный туннель в Пантьяле был поврежден из-за падающих камней, остановивших движение с обеих сторон. Непрерывный обвал камней сильно повредил стальной туннель. Движение транспорта не будет осуществляться до тех пор, пока не будут завершены работы по расчистке. Департамент дорожного движения также сообщил, что движение транспорта было остановлено с обеих сторон, так как некоторые перекрытия стального туннеля рухнули на дорогу.